В Люберцах приступила к работе комиссия Главного управления МЧС России по Московской области. Она оценит состояние готовности округа к защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инспекторскую проверку комиссия проводит раз в несколько лет. К ее работе привлечены сотрудники МЧС, правоохранительные органы, спасательные службы, Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Представители Главного управления и Управления гражданской защиты Московской области проверят основные планирующие документы, основные вопросы взаимодействия. Вторая часть – это проведение практического мероприятия, это тактика специального занятия на территории вашего городского округа по привлечению сил и средств для ликвидации последствий, сложившихся на территории вашего городского округа. Оповещение населения в случае чрезвычайной ситуации осуществляет оперативный штаб единой дежурно-диспетчерской службы округа, который работает в тесном взаимодействии с администрацией и Главным управлением гражданской защиты региона. Основными задачами спасательной службы являются обеспечение органов управления гражданской обороны связью в мирное и военное время, организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием и содержанием в исправном состоянии стационарных средств связи и оповещения. По результатам комплексной проверки составят акт. При необходимости члены комиссии дадут рекомендации органам местного самоуправления и окажут методическую помощь. Богдан Колесников, Денис Зуйгольников, телеканал ЛРТ.